порадовать вас нашими новинками, которые мы получили. Наша компания Darkman занимается производством женской одежды больших размеров более 40 лет. У нас своих 4 магазина, 2 из которых находятся в Лавале, один в Османбее и один онлайн-магазин. Вся наша продукция в одинаковую стоимость во всех наших магазинах. И где вам удобно, там и делайте свои заказы. Добрый вечер, наши уважаемые клиенты. Также у нас есть мужчины и женщины. Всем добрый вечер. Прямые эфиры мы ведем каждый вечер. С 7 вечера до 9 вечера в будние дни. В субботу мы ведем прямой эфир с 12 до 6 вечера. Также прямые эфиры есть у нас во многих социальных сетях. В Инстаграме у нас две странички. Darkman Fashion и Darkman Fashion. Также есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассники, ТикТоке и Ютубе. Приятного просмотра. Поехали. Наша Марина. Рост 1,60 м, объем груди 104, талия 88, объем бедер 117. Катуновый бомбер, смотрите, какой модный стиль, здесь затягивается. Смотрите, рукава какие модные, стильные. И джинсы тоже катун с эластаном. Стильники на замке, смотрите, какой шикарный. Под джинсы, под лосины. Две штучки в серии и море расцветочек, шикарный. Наша Джерена, рост 1,70 м, объем груди 113, талия 93, бедра 124. Мы создали такой образ из ветровки, в ней удобный объемный капюшон, есть утяжка, боковые карманы, интересно сделан рукав. На нашей модели одеты также брюки в серии 4 штуки. Наша Руксандра. Рост 1,75 м, объем груди 90, талия 73, бедра 102. На ней вот такое элегантное, красивое, ажурное, дюпировое платье. Сочетали катона с хлопком. Здесь у нас верхняя часть рукавчика, катон, хлопок. Также вот такие вот поцелуйчики рукава. Елена, рост 1,76 м, объем груди 95, талия 72, бедра 104. Элегантная туника, красивый ворот сделан. Он вроде бы из точки, в то же время мягкий. Интересно сделан рукав. Боковые разрезы. И туника у нас до середины бедра. На модели одеты брюки 42-48 размера в серии 4 штуки. Наша Зейнап. Рост 1,75 м, объем груди 126, талия 118 и бедра 138. На ней представлено второй, есть два рисунка. Это второй рисунок вот такой вот. Сделан из роз. Очень приятный мягкий гипюр. Здесь у нас идет подкладочка снизу, она не просвечивается. Тоже сделан из натуральной ткани. Хлопка. Также вот такой вот подолчик завершает лампас черно-белого цвета. Изделие у нас две штучки в серии, единичка, двойка. И также этот бомбер в бутылочном цвете. Какой красивый цвет, шикарный. Так как я сказала, катон с эластаном. Джинсовый катон, вниз затягивается, на замочке, стильненько, модненько, шикарный. Можно создать вот такой образ из двух изделий. Смотрите, у нас идет отдельно у нас туничка. Изделие сделано из шифона. На шифоне идет нежная вышивка у рисунка. Также на ней накатик гороха, капюшон. Изделие у нас две штучки в серии, единичка, двойка. Также модель у нас представлена и вторая расцветка. Сочетание белого цвета с черной вышивкой. Также у нас есть утяжка резинка, смотрите, можно затянуть, придать, чтобы подумал, очень красивый эффект. Также первую расцветку видели черную? Можно одеть с белыми брючками, беленькую можно джинсиками. Джинсы 4 штучки в серии, 42, 44, 46, 48. 4 штучки в серии. Добрый вечер, очень приятно за ваши
всю обратную связь, что вы пишете о том, что получили ваш товар. Очень приятно нам. Блуза спортшит из кружева, смотрите, какое модное, стильненькое. Карман рабочий, спортивного стиля, под джинсики, под ластины. Майка идет трикотажная, двоечка, супер баталы. Смотрите, можно и как супер батал, можно и на средний размерчик. Кому как. Насыщенная, красивая туника. Обратите внимание, что базовая майка, цвет нашего кружева. Кружево – это цельнокройное полотно. Смотрите, удобный боковой карман на молнии. Только воротник, но он такой мягкий, есть утяжка. Длина рукава, цельнокройный, кстати, рукав. А длина рукава – 3/4. На модели одеты брюки в серии 4 штуки, 42-48. Ники два размера, 1-2. Это же на моделях, а вот первый размер. И еще один образ из двух вещей. Вот такая вот интересная туника. Одно плечо у нас идет поцелуйчик. Лямочка широкая. Со спинки удлиненная, впереди укорочена. С одного сбоку есть вот такие три пуговички. Также есть вот эти очень интересные брюки. Здесь у нас идет каток, лопат, эластан. Круговая резинка, боковые карманы. Красивый лампас на брючке, который очень красиво сочетается с этой туникой. Также моделечка у нас представлена и в расцветках. Мы создали образ с вот такими вот килотами брюками. Здесь у нас боковой карман, вставочка на груди интересная. Вот. Качество изделия каток, вискоза, хлопок, эластан. Брючки у нас штапель вискоза. Нежная жаточка на брючках. Видите, наклёстик закрывает разрез. Изделия у нас две штучки в серии, как и брючки, и туничка, единичка, двойка. Две штучки в серии. Смотрите, как красиво смотрится туника на небольшой размер. Обратите внимание, что рукав здесь цельнокройный, разнодлинная, лампас, накат, удобный боковой карман. Аксессуары здесь у нас съемные, это клипсы. Другого бока украшена пуговичками. Можно одеть под джинсы. У джинсов 4 штуки в серии, у туники 2 штуки в серии. Представляю вот такую интересную тунику. Здесь очень красиво накат рисунка обезьянки. Здесь у нас сделан накат из страза пайетками. Туничка спереди у нас идет полукругом, боковые разрезы, качество изделия вискоза, хлопок, эластан. Также можно создать образ вот такими белыми брючками. Длинные напитки сейчас подвозят, так что новинки тоже есть. Наши любимые обезьянки, очень мало осталось, самоткань, трикотажная. Боковые карманы, супер баталы. Смотрите, я подобрала под такие трикотажные брючки на резинке, тоже супер батал. Как раз под эту тунику очень красивое сочетание получается. Стильненько, модненько, спортивненько. Оба супер баталы. В наличии есть туники, которые разнодлинные. Можно носить как платье, а можно носить под брюки. Туники интересные разрезы, боковые удобные карманы, круглый ворот, длина рукава 3/4, на модели одеты брюки в серии 2 штуки, единичка, двойка, и у туники тоже 2 штучки в серии, единичка, двойка, ткани все натуральные. Также представляем, есть и расцветочки у этого туники платья. Уже можно пофантазировать, можно целиком сделать вот такие вот бантики. И можно комбинировать, сделать такие образы с этими брючками, килотами, также джинсиками, с катоновыми хлопковыми брючками. Качество изделия вискоза, хлопок, эластан. Мягкое, приятное качество. Светлые изделия и штапеля, или катона, и хлопка. И с вискозы у нас не просвечиваются. Thank you.
интересный жакет-рубашка, рубашечный воротник, портупея. Длина рукава у нас здесь регулируется на патах. Разнодлинная, смотрите, здесь у нас шелковый атлас. Такой же рукав с левой стороны и с правой. А сама рубашка, жакет, у нас сделана из хлопка. Можно снять, получится такая объемная туника-рубашка. В серии 2 штуки, единичка, двойка. Мы одели под белые брюки катуновые. В серии 4 штуки, 42-48. Посмотри, какой шикарный, красивый образ. Я оставила те же брючки и подобрала такую шикарную рубашку-тунику. Сама структура рубашки из катона, спортшит. Плюс к ней идет атлас. Смотрите, вот эти черные штучки, это атлас. Но такой атлас, такой тоненький, именно летний. Шикарный, модный, под такие стильные брючки, шароварчики свободного стиля. Супер баталы в верхней серии. Представлена модель у нас во многих цветах. Можно одеть под спортивные брюки. Красивые пуговички на паты, белые с черным. Длина рукава 3/4, а также можно укоротить за счет патов. Также еще один образ, вот такой вот зеленой расцветкой. С этими килотами и брючками тоже можно создать вот такой вот идеально красивый комплект. Также наши вот эти черные вставочки, это идет качество атлас. Рубашка у нас катон, хлопок, эластан. Брючки, штапель, вискоза с нежной жаточкой. Наши бантики, знаменитая модель. Проверенные лекала. В ярких летних расцветках. Здесь сделаны пуговички в виде жемчуга. Красивый бантик из стразов и жемчуга. Удобный карман, боковые разрезы, паты на рукавах, разнодлинная и две штучки в серединечка, двойка. Также изделия у нас есть в расцветках. Можно создать вот такой образ с белыми джинсами. Для того, чтобы сделать заказ, нужно сделать фотографию с экрана, в котором вы просматриваете наши эфиры, также сохраненные эфиры, и отправить в директ или в личное сообщение в Instagram-профиль, на котором вы просматриваете наши эфиры. Представляем вот такую вот красивую элегантную блузку. Здесь у нас идет рукав фонарик. Со спинки спереди у нас идет подол полукругом. На кат рисунка интересно в Пикассо. Также мы создали образ вот такой вот с картоно-хлопковыми брючками. Также моделька представлена у вас во многих расцветках. Такой насыщенный красный цвет. Смотрите, как здесь красиво сделан рукав. Ну, идет реглан. Фонарик, рукав. Внутри рукава сеточка, поэтому он такой объемный, трапециевидный. До середины бедра, сзади такая защипка идет, тоже что увеличивает бедро. Это же туника в оранжевом цвете, такая модная, стильная, катон, стрейч, целостан. Наши любимые рукавчики трапециевидного стиля, можно ровненько, можно так, кто как хочет. И я к ней подобрала такие брючки джинсовые, шикарные, стильные, модные, супер! Наши эфиры все сохранены. Также у нас есть в Instagram-профиле две странички Darkman Fashion и Darkman Fashion. Сохраненные эфиры подписаны по датам. Более актуальны последние записи, потому как этот товар есть в наличии. Елена, смотрите, спустила один рукав, изменила образ нашей туники. Вещи батальные на несколько размеров. На Елене брюки, круговая резинка, высокая посадка, есть стрейч. Можно за счет
планшетиков регулировать длину брюк. Представляю вот такой вот свитшот, тунику. Здесь у нас идет капюшон. Внутри капюшона сетка, вставочка. Красивый накат из серебра. Также по бокам у нас есть лампасики. Утяжка, резинка. Изделие у нас идет вискоза, хлопок, эластан. Также моделька представлена у нас и в расцветках. Брючки, туника у нас все по отдельности, но можно создать вот такие вот комплекты. Боковые карманы добавлены. Насчет ламбасов, эту тунику можно одеть под спортивные брюки, также под классические, либо под джинсы. Есть удобная регулировка понизу. Как это не ждать? Все ждем. Тесто же должно подняться, настояться. Рубашка, туника, каток, хлопок, эластан, комбинированный с гюпюром. Очень красивый на рукавах гюпюр. Также на плечиках украшает гюпюр. Спинка у нас идет полукругом. Пуговички рабочие. Также модель представлена у нас в расцветках. Яркие, сочные цвета. Также можно создать образы из двух вещей с джинсами синего цвета. Можно также с белыми брючками. Белые расцветки, которые хлопка у нас не просвечивается. Такой красивый ажур сделан на плечах, на рукаве. Вставочка украшает эту модель. Две штучки в серии и единичка, двойка. Тоже мы создали образ. Рубашка, картон, хлопок, эластан. Здесь у нас рукавчик можно укоротить, удлинить. Воротничок сделан полурубашечный, полумысик. Ни в коем случае никакого терпения. Смотрите, какая интересная туника. Здесь такая вот как плиссировка идет. Украшены бока кружевом. Очень стройник. Изделие штапель вискоза, но она у нас идет джакартовая. Джакард идет, как говорится, антисюлилит. Мягкая, приятная. Рубаха укороченная, но она такая модненькая. У нее такой стиль, смотрите, жабочка сбоку. Катон эластан, супер баталы. Смотрите, рукава на подвязочках. Пуговицы полностью рабочие. Сзади вообще шикарная штучка. И, конечно же, в трех расцветочках. Желтый, коралловый и на мне горчичный такой оранжевый. Делайте заказы, пожалуйста, все в ваших руках, раз хотите. Красивая элегантная рубашка. Здесь у нас есть рубашечный воротник. Под планочкой у нас пуговички. Рукав красиво сделан, смотрите, фонариком.
внутри сеточка, которая создает объем. Точной рукав. Вот такая имитация у нас кармана. Та же моделька представлена во многих расцветках. Качество изделия. Котон, хлопок, эластан. В серии у нас две штучки. Также есть расцветочки. Пожалуйста, по поводу минимального заказа, количество серий, пишите личные вопросы, потому как многие все это знают, им не будет очень интересно. Я отвечу на все ваши вопросы. Здесь у нас интересно сделан подол рубашки. Изысканнейшая. Ну просто изысканнейшая. Туника, накидка. Цельнокройная. Кружево здесь у нас, это полотно, смотрите. Капюшон двойной. Молния полностью расстегивается. Два боковых кармана. И ткань комбинированная. Мягкая плащевка и кружево. В серии две штуки, единичка, двойка. На модели один был первый размер. Блуза, спортшик, модненькая, стильная, кружева, смотрите, такие, двоечка, снизу идет майка трикотажная на широких плямочках, мысик воротник спортивного варианта, на рукаве подвязки есть, шикарная, модная, единичка, двойка, средние размеры, оранжевая и, конечно же, в таком зеленом бутылочном цвете. Осталось несколько серий нашего кружева цветного. Смотрите, какое оно изысканное. Ну просто, я восхищаюсь. Наши модельеры молодцы. Здесь можно сделать манжет. С одной стороны наша модель показала. Капюшон двойной. Он хорошо фиксируется на голове. Удобные боковые карманы. Мягкий, приятный ажурный купюр. Серии две штучки, единичка, двойка. Рубашка, туника, сочетание черного белого цвета. Вот такие у нас вышивки на черной части. Здесь у нас накат рисунка, пуговички рабочие, боковые карманы. Также спинка и перед сделаны полукругом. Изделие штаты вискоза, две штучки в серии. Туника платье. С очень красивым ажурным воротничком. Этот воротничок очень украшает эту модель. Боковые карманы, модель идет трапеция. Рукавчик можно укоротить, удлинить. Полные рабочие пуговички. Также спинка сделана полукругом. Также представлена в двух расцветках. Качество изделия. Котон, хлопок, эластан. Единичка, двойка, две штучки в серии. Яркое платье, но это двойка. Есть базовая основа, вискозная, сарафан на широких лямках. И сверху кружевное полотно. Обратите внимание, это цельнокройное оно. Лампасы, которые украшают изделие, позволяют его одеть даже под спортивную обувь. Можно и спорт, можно и шик. Платье, спортшик. Кружева шикарные, смотрите, такие необычные. Воротничок тоже трикотажный, смотрите, спортивного стиля. По бокам полоски тоже спортивного варианта. Снизу идет трикотажное, как платье. Смотрите, вообще шикарно, с кроссовками, с туфлями, с чем угодно можно. Это же она спортшик. Две штучки, все средние размерчики. Туничка комбинирована черно-белого цвета. Вот такой у нас идет рисунок. Вставочка. Очень красивый ажурный рукав. Вточной. Средний мысик, неглубокий. Качество изделия вискоза, хлопок, эластан. Дополняет эту тунику. Вот такой вот лампас, черный котон, хлопок. Изделие у нас три штучки в серии. LXL 2XL. Смотрите, какое изысканное платье.
карманы накладные на груди, боковые. Пуговички, смотрите, как интересно сделаны. Патрон здесь больше имитация. Просто как украшение идет. За счет резинки получается образ, как будто это двоечка. На самом деле это цельное изделие. Разнодлинное. Впереди короче, сзади длиннее. Также моделька представлена еще в двух расцветках у нас. Здесь у нас качество изделий идет катон, хлопок, эластан. Серии две штучки, единичка, двойка. Смотрите, какое яркое платье. И хотя оно в светлых тонах, совершенно не полнит. Напоминаю, что у нашей модели длина рост 1,75 м, объем груди 126, талия 118 и бедра 138. Украшена молния, она хотя и расстегивается, но это так, больше для украшения. Свитшот трикотажный, средние размеры и море расцветочек, оранж. Желтые, коралл, черные, шикарно, под лосинки, под джинсы. Яркое, красивое платье, сочетание вертикальных полосок. Интересно сделан воротник, рубашечный, полурубашечный, мысик. Здесь у нас идут полные рабочие пуговички. Точной рукав, рукав можно удлинить, укоротить, боковые карманы, спинка и перед сделан полукругом. Также модель у нас представлена в двух расцветках. Интересный накат, странный рисунок. Качество изделия, картон, хлопок, эластан. Две штучки в серии, единичка, двойка. Спортивный костюм. И накаты, и яркость. Спущенный рукав, большие размеры, легкий воздушный, ткань здесь исходит с трикотажем, немножко есть эластана, ничего лишнего, брюк, высокая посадка, боковые карманы, шнуровка. Вот интересное платье, сочетание черного, белых, красных тонов. Два накладных кармана. На спинке у нас тальна вот такая вот сеточка. На рукавчиках тоже у нас сеточка со шнуровками. Интересно сделан воротник. Полные рабочие пуговицы. На подоле сделаны затяжки. Туника, можно как платье. Трикотажная, ромашечки, смотрите. Расцветочка красный, зелень. Черный с лаймом и черный с оранжевым. Осенний летний расцвет с сочетанием таких ярких, красивых цветов. Вот такой интересно сделан рукав. Здесь воротничок тоже интересно сделан. Шнуровочка. Вточной рукав. Изделие у нас сделано штапель вискоза. Представлено в двух расцветках. В серии у нас три штучки. Единичка, двойка, тройка. Сегодня многие писали, хотим классических костюмов. Пожалуйста, получили на повторе нашу ромашку с подруппой, футболкой в серии две штуки, единичка, двойка. У брюк высокая посадка, удобные боковые карманы. Это троечка, красивая пуговичка. Пиджак, длина рукава 3/4, он вточной. Очень изысканный костюм, как раз весной и летом можно одевать в офис. Быть самой яркой, самой красивой дамой. Спортивный костюм, сочетание ярких расцветок, вот таких вот смайликов. Здесь у нас идет кенгурушка, карман, капюшон, шнурочки.